Ир булзан, пучланач және бурнаш, хавасла, илемля, аван. Кашны гун, ирхи шидзе етре, чевашин наци телевидение, тюре ференче, ир булзан кларам. Ольга Элиме. Дмитрий Вириялов. Ирбейрех серев ранма булышыш. Хаваска молдуем парнелищ. Кашны ир уйхран перле вранар. Шена ирагуна перле бушвар. Ирир будр бурнеде хаква гураганзем, юдаш сэм, чаваш ей нацати ливине гураганзем, чанахта чаваш ей нацати ливине тюрей ференджи, ир бузан гаварам, зирим бе брле пае небе, Дмитрий Вириялов, бурнеде сывах сунадап, салам вадап, бурнеде щене кун, щене пурныш, пушванна ядпа. Хаква гураганзем, я бежаганда, студирне тарзан-дарзан гильдзе, депти ирихине уптавалли, мананжам декриду, эзир хаква гураганзем, варанзатра надари, жагумбек, ирирех вран защит на жухне, Иргине Щитчева, Лир, Бузанга Варма, Пахма, Сикседана, Вагатра, вран за Транадари и Зир Мажендезе, Санебе, Тарзан Дарзан, вран за Транай Мастапши, Враскеле, Тарзан Дарзан. Пире в контакте сайт Триушка, наших захвар, Хазагам Берги, Менле, Кому, Ба, вран за Жигезе, Зир, Вара, Сирин, Кому, Наджар Бузасан, Ир Бузан, Каварма, Пахсасан, Кому, Варзирин, Лайх Ванады, Саван Шо и Зире. Через Бар беру ВКонтакте сайт 3 ушкан рам. Шавандах, шавушкан рах, я здесь шир заговорма пударадар. Хаваран дюдажар зэм вали, таванар зэм вали, яван гибегех салам зэм. Шав залам зане, вуаза барадап, каштарзан тюри эфирда савандарадап, сирен таванар зане. Шавандах, азайль дередап, шавушкан рах, я здесь шир заговорма пударадар. Пирам байги ханазэм вали, иду зэм, ханазэм беба ваштарада безбен сире каштарзан. Яван гибегех сирен вали, узал рубрика зэм ирбузан. Говорим рам, чималдан вара яван гибегех, коллег яван гибегех, пиримбе брали зерен зарядку до заваран мала, зарядку до мавара, саванышва, юруба брали манжут пашаму дарахту машаван бада хале шагамбек юру итлезе зарядка до вара тархашин. Щелдер евер, чуда трам чуна, що на тланде туем черере, уранадо а сам телекре, що на тланде туем черере, уранадо а сам телекре. Парни Лерха и Лемте инженер.
ураганзем, тебергу циребурнеде ире ир булдар, а за идередеп и бир ир бузанговарам рача ваш ей на нации телевидения инже, пирен вконтакте сайт три ушкан раз, сирен сава морзанек кедеттер. Эзер сава мама будрадер хаваран юда жарзанье таван, жарзанье тен взен баян шуравна гун, тен взен паян тадам леди буин урах сава нашего уяв, хаваран эште жарзем валим леди булин савам жирза хавар ма будрадер взен эшкуни лая храх сава нашего рах ирце кайдер дизе, мем бурзавам зане вуа забарада, а за идередеп шагин берги манза ангайр, шырза хавар мэнде булин. Варахаля эвермалла павлашма, павлажа пармалла узылла рубрика зэмбех, халя павлашма вага читрэ гороскопа мэскер сунаще жепире паян шаударзэм. Сурахсем. Чылай ыйдура чырмавдубыны инсалдаве эзер хвырашан маннынче паян чиреплех хастардарах пулар. Выгырзем. Хвыра аллайлер, шынеже пучынма анчыкленер, вылсире шыне үземземдума булышы. Егерешсем. Керекмэлле кала журады шевичастын бапалырма ырыгымлыға була пурнеде тыткынлама пулдарадыр. Раксем. Кел журда тербе елем керде сыбе итларах ищес керек пулзан, вғыда саяямазыр ирденбех эжебегенер. Арсанзем. Паян сиретарын жоқшылы үзем қаныш памеш, шавын бады тұс жылдашпа ағалгына қалашты құжырады өземшіне құрав жырадыр. Керзем. Малашлығыр бірге тепле жұртлама вақыт, шидес вақытра мүйхүшін мүндумалыне ергебе палырдыр. Таразазем. Керек мүлі үйді бады кәске вақыт құшынжық ұжымлатма май келі, шавын бады пұрде сірден сіню қанаш ілме аңдалеш. Скорпионзем. Шылдырзем азырға тараша. Бір-бір үйдіва тебір хүчен бұқсадық мала, еніштен бұлма бұлдарыш, темле бұлар. Уғыжызем. Екелендереген ештенже пиде азырған ұлы бұлмала. Хваратул иншан мазан немінлі пызык проекта да пүшін мала мар. Тугаджегезем. Куленхи шывжав елықтарча чүнліп кылық ыдать канмавығы тубыр. Шывдыганзем. Хваратул иншан мазан опытлы специалист транс ню итма анжыгленер. Шыбақшак тапқырда сире пулышу керлі. Пулызем. Терасық шын шунадыр, тавра речен зене шуғыш әнендере стелевбе шережеве кірзега әсхұрушлық пур. Ига берги, каваща мор паузан, чинах тажавмбек и дубур, ига мендума гирлева, мендума шивр магирле шинзене. Вадамран ирзен, кашни шин, хоен эмерем вище мешпай, не шивр заир тирет. Ига ергелле паузан, организм кандрова шухатна войгала таварат. Утва шинжен ходалат, нейрон шигунузем кирлемар белок сенжен тазаваши икен. Шабах шаванба, энде сыва жин, вой хужен ныне туйза варана твоих шивр засан. Шивр на джухне пушми мин хастарлыхы чагать, шавна май вол лайхрах канать. Ну май вага шивар затран манны пурны шпагалахне ябах видым гюрит. Шуде ванва настуем шугават, вежерлен юллех, иттызенжен ютшынасы, яван пер ыйду тавра шугушвасы адаванать. Кирле ыйгын твады зэгетне кана шугатсанда, астузайласы херах пилик процент чагадикен. Варах чирзем шивичлен мепу ударашы, шагавал ве шивыр затран манезер пузан. Тухтарзем ябах ыйга булас инсульт, инфаркт, гипертони, гивар ытты чир батне туна удамгезе шириплядеще. Пага ыйга вара черебе юнды марзен чирезенже нумай ытты амакран хюделенме пужадиккен. Шивыр затраса сыне кайрана анхавар. Вырдас уммен эрех, кофе, чай эшмелле марвазем нерфты дымне ябах видим гюреще. Выше хырымла е шизе удар нахыщен, выртныде его багалах не чагарать. Шаумбада, шурма вырдазумен,
Твада загетик миле, изир абатун гыщен, жава гыщен гына живерма вартмала. Ага, кашки абат гыщен, твада гетрен, каямар ит миле, те загаваща. Итваши шиверны сахал живерна жухнеги бегех сиенле. Ос чахсен жухожбе, шиден на жинзен, тавакра шиде сагар сагет. Аджайка деген херарамзен, тагар загет, аджазен вара вун загет шивермала. Уйгавагаданже, эдем организмендже, сипле видимбе, паварза дараган, пине яхан, химии шихана вергелен, нет, тапчезе павартна. Шавым бада, хаква гураганзем, уйгавал шутмар, шиверза транмала, утварши шивермада, юрамас нумай. Шавым бада, вагатва шиверма вырдар, ирдерек шиверма вырдар, ирбузангаварма, иргинедар за пахас тезесен. Шавым бада, уйга бирги, жагымбек, я бауазам каваза бадами базыре, жаган шакна асра тыдар. Аза эльдере дап хаква гураганзем, пирым вконтакте сайтры ушканра, жезер шиверза хаварма бутарадар хаварам сава мурзане, и удажер зем валли, таванер зем валли савам, зем чирза хавара, шура, ну гуня джибе завам вар, вагачицы брат, эбешав завам зене, тюре эфирда, вуаза парада псирим валли, савандара да псире, сирен таванер зене, чирза хавар халях керзе, телефон рува, е компьютер рува, контакте за трюшка, на керзе чирза хавар. Хали вара и бир мала вам, варанма, Тарожа бархальди айзер варанза житмер бузан, манжут па халяте бер юры гыщен айзер варанза шидедерех таргашын. Цитре сирека ваза бамама мне палва же паньгун, мен ле уяв зем же паян. Падем ден джибех паян тини срепур на ганчер джун за ней видели мне ликун шутванать урох вага вазан, она тогда кит куне тезека ваща. Армения же живинже паян перберне кенеге барнери мне ли уява палва дваща и бир армения джен менрен на джардах. Хама же жив рада, жагам мне уява дума бударат паршапвай. Тогда пиндет огржер, пиндет вачер
шит мельвищемешу, да, астроном Николай Коперник, шуравный кенбайнхигун, пинне тоджер вадербармешу, да, Совет Союза театра погину актрисы Алла Ларионова кунжедыгурна, хэнджерет для шуравного не паян Юрыч, композитор, совош, расшей хавах, артистже Юрий Антонов павладывать, был паян шит мель два даже уду ударать. Шаван бегех, шакун, музыкант, актер, расшей хавах, артистже Олег Митяев, шуравна, волжит тенджене гильнерем беут мол виже жужитне, унзарбушне Витас Павла Юрыч, тогда актер Хоэнд Херах, мы еще равно не баян Павла Двадикин. Пинни Деважер Вунзакр, мы еще удача, ваша КВЖИ, ваша республикан Тавади Вишли Юнир Эщене, Симофей Фандеев, еще равно. Пинни Деважер Ширмики, мы еще удача, ваша Саважи, драматурги, литературы Депчевжи, Толмач, Педр Ялгир, Кунджу Дегурна. Пинни Деважер Херах Пилик, мы еще удача, ваша Ширавжи, тогда Саважи, Михаил Сундал, Шуттенджене Кильне. Тогда Элек Паян Гигун, Шакун, Элек Шакун Шандава Газанана, Сиви Бузан, Шула, Тибеде, Шарах Пуаса, Бальдерет Тенейке. Хозяин Менельник Зене, Паян Александр, Василий, Дмитрий, Иван, Мария, Ятвадин Зембава, Дваши, Зене, Бербурнере, Салам Латпар. Тогда Вагачитре, Хакву Гураган Земи, Зер Пирин ВКонтакте, Сайтри, Ширзаха Варна, Салам Зене, Вуаза Бама, Чуравна Гуня, Джибе, Салам Ваше, Александр Астахова, Парле, Эшлеген Зем, Юдажа Зем, Александр Ибирзана, Бидыхады Юрадат, Порзана, Нумайрах, Анна Жизунат, Порсывлах, Волбул, Чуравна Гуня, Джибе, Зана. Тезачир заговорно. Тогда самая младшая чуравна гуня жбе Людмила Зиминана. Людмила на самая младшая жамбегех прлеш леген зем, тывани зем, юдар зем. Людмила на сунаше нумайрах сывлох, нумайрах чадомлох. Тейлелле буде жирзаяна и бирзанада. Жамбегех хыды юрадат пор тезачир заяна Людмила на чуравна гуня жбе замлаза. Тогда Ирцегайна чуравна гуня жбе самая младшая Алевтина Федоровна. Тваны зем, юрадаган зем, юрадаган тваны зем, юратна можаре, пиды пызык шемьи, пурде самая младшая Алевтина Ирцегайна Жиравна гун яджбе. Ебеде сире хаква гураган зем сава младап, камын байн Жиравна гун, камын байн мэрэд бун тада урах уяв, сире пурнеде сава младап сирин байн хигун лайк тада сава нашу Ирцегайдар, жагымбек путар дезе вара тебер сава нашу юра зирин валли. Oh,
уважаемые телезрители, сегодня у нас в студии в гостях боец студенческих педагогических отрядов, точнее студенческого и педагогического отряда «Волнари» Надежда Аполлонова и комиссар студенческого строительного отряда «Молодцы» Логинов Никита. Ребята, доброе утро. Доброе утро. Вам как привычно так рано просыпаться или бойцы российских студенческих отрядов, они всегда рано просыпаются, делают зарядку, умываются и идут, собственно, побеждать? Да, всегда рано встаем, каждый день. Студенческие годы, пока учеба идет, рано просыпаемся на пары. Не получается поспать вдоволь. Хорошо. Ребята, я знаю то, что у вас вчера прошло какое-то крупное мероприятие, какой-то праздник, потому что я видел в социальных сетях, в интернете очень много красивых фотографий. Расскажите, пожалуйста, о том, что вообще вчера происходило у нас в городе с бойцами, с участниками российских студенческих отрядов. Ну, началось все позавчера, так как 17 февраля у нас День российских студенческих отрядов, и мы большой дружной компанией праздновали его в торгово-развлекательном центре «Мадагаскар». На четвертом этаже нам организовали площадку, были различные розыгрыши сувенирной продукции, там, рюкзаки РСО, сертификаты от спонсоров. Также были различные представления. Чудесный боец педагогического отряда «Росинка» выступал с шоу «Мыльных пузырей». Ну и в конце концов мы все собрались в один большой орляцкий круг, чтобы организовать уже традиционную спевку. Мы все вместе встали плечо к плечу и пели отрядные песни. Вот как-то так в двух словах у нас прошло воскресенье. Ну а дальше был... А вчера у нас был бал в честь Дня российских студенческих отрядов. Мы все такие красивые, в платьях, в целинках, собрались в Монархаусе. У нас было тоже награждение, розыгрыши, приходили ветераны этого собственного движения. Вот, а в конце была маленькая дискотека. Вот, хорошо справили. Ну, в общем, отметили, собственно, День российских студенческих отрядов. Два дня праздновали. Еще, насколько я знаю, этот год именно 2019 для российских студенческих отрядов, он какой-то знаковый или юбилейный, по-моему, да, если не ошибаюсь? Да. Вот про это можете тоже рассказать? Сколько лет исполняется этому всему? Почему этот год особенный для вас? Ну, получается 60 лет на благо страны. Вот. Сначала как бы это были ветераны, именно строительные отряды. Позже это движение прекратилось, но снова уже возродилось, получается, если не соврать, 15 лет назад. В 2004 году. Вот. И уже заново это все возродилось, заново начало разрастаться на всю страну. И сейчас у нас очень много бойцов по всей России. Около там 7 тысяч человек, 8, если не больше. По России? По России. По России. Вот вчера на круглом столе объявили примерную цифру 240 тысяч бойцов. В общем, юбилейный год, и я так понимаю, в этом году запланировано там что-то особенное, какие-то особенные мероприятия, может, какой-то крупный форум или что-то такое. Вот можете про это еще рассказать? Ну, скорее всего, нам основные сюрпризы подготовят на всероссийском слете студенческих отрядов. Каждый юбилейный слет, каждые 5 лет проходит в Кремле. Ну и я, к сожалению, на всероссийских слетах еще не был. Был только на слете Приволжского федерального округа, но мне там настолько понравилось, что я просто не представляю, что может быть на всероссийском слете, да еще и в юбилейный год. Мне кажется, это будет что-то очень интересное и очень для нас приятное. А самое главное, это будет, наверное, самое масштабное, что пока было с нашим движением. Ну, и, собственно, вопрос, наверное, которым задаюсь не один я. Возможно, этим вопросом задаются и ваши друзья, коллеги, даже, может быть, ваши родители. Зачем это все вам нужно? Участие в российских студенческих отрядах. Понятное дело, что вы студенты, в первую очередь вы должны учиться, но что заставляет вас принимать участие в каких-то крупных стройках, в воспитании детей, так скажем, в случае вожатых? Никита, давай начнем с тебя. В первую очередь, это
никак абсолютно не мешает учебе, потому что наша целина проходит летом, во время каникул. У меня так получилось, что я 30 июня в этом году сдал последний экзамен, 1 июля я сел в автобус и уехал. То есть с учебой это никак не связано. Если это как-то кому-то задевает учебу, то всегда вузы идут навстречу, делают индивидуальный график, переносят сессию. Так что учеба для нас все равно на первом месте. Ну а что нас мотивирует? Ну, я в этом движении первый год. Именно на всероссийскую стройку я ехал, ну, просто, можно сказать, поработать, чем-то себя занять на лето. А как я приехал, я включился в само движение, и я понял весь масштаб. То есть у нас невероятно сильная и крутая молодежная общероссийская общественная организация. Это исторический какой-то момент участвовать в этом всем. То есть юбилейный год в этом году и принять участие в таком событии, общаться с людьми с различных регионов, найти за 8 тысяч километров от родного города себе друзей на всю оставшуюся жизнь. Это, мне кажется, дорогого стоит. Мне кажется, другой мотивации нам и не надо. Никита, еще один вопрос тебе. Были ли в твоей семье, может быть, твои родители тоже когда-то давно, студенческие годы, ну, тогда же тоже это было тогда движение было развито. Были ли у тебя такие, есть ли у тебя такие примеры в твоей семье? Или ты, так скажем, первый из магикан? Судя по всему, я первооткрыватель этого движения в моей семье. Ни от родителей, ни от бабушек, ни от дедушек, честно, не слышал. Но все с моей подачи теперь знают, что такое российские студенческие отряды. И очень сильно гордятся не только мной, но и всеми нами. Хорошо, спасибо большое, Никита. Надя, собственно, тогда провожатых, расскажи, пожалуйста, как твои родители к этому отнеслись? Потому что, насколько я знаю, ну, как бы, есть такой, опять-таки, стереотип, то, что некоторые родители не то что важны, им своих детей, а просто отдыхать не хотят, отправлять, как бы, ну, от себя отрывать своих детей. А ты поехала и, по-моему, не раз уже ездила работать вожатой. Тяжело ли работать с детьми? Ну, в каждой профессии есть какие-то свои плюсы и минусы, и сложности, и легкости. Но начну с того, что в том лагере, где я работаю, и член педагогического отряда, коим я являюсь, я отдыхала с 2007 года. Там, то есть я отдохнула порядка там 20-25 смен. Я знаю там всех вожатых, все начальство, в общем. И как бы, когда я отдыхала, я всегда смотрела на вожатых, и мне очень хотелось попробовать, что же это такое, потому что вожатый для меня это был, наверное, мой личный герой, так скажем. И это возможность стать героем для вот этих маленьких детей, что чему-то новому научиться. Возможно, сейчас поколение новое, от них чему-то тоже учишься, чего сама не знаешь. И как бы это очень интересно. Вообще, РСО — это огромные возможности как бы для тебя, как бы для бойца. Потому что это куча мероприятий, куча разных площадок, не только наших республиканских, но и всероссийских, на которых ты можешь поучаствовать, повысить свой скилл, так скажем. Это очень интересно. Так, как сказала Никита, тоже найти себе друзей, на все это посмотреть как бы не только с нашей стороны, но и с их стороны. Это, ну, это просто эмоция. Ну, понятное дело, что как бы основная цель вожатого – это, ну, воспитание детей. Да. Это сделать все такие условия, чтобы ребенок отдохнул, набрался сил, оздоровился к следующему учебному году, ну и, собственно, чтобы родители были для детей спокойны. Но это основная цель. Есть же еще что-то, кроме этого, что заставляет каждое лето тебя ездить в летний лагерь и, собственно, заниматься этим делом. Это любовь к, собственно, всему этому вожатому искусству. Я ведь прав? Да, конечно, да. Абсолютно. В чем заключается романтика вот работы вожатого? Ну, начнем с того, что когда к тебе приезжают дети, как бы ты сначала думаешь, что как тебе с ними сдружиться, как с ними сплотиться, как с ними познакомиться, а в конце смены ты просто не хочешь от себя их отпускать, просто со слезами на глазах расстаешься с ними. Также романтика заключается в репетициях там до 2-3 утра. Перед, ну, как бы мы готовимся для детей до позднего утра, так скажем, чтобы вечером на следующий день выступить для них, чтобы их понравилось, чтобы увидеть улыбки на их лицах. Понятно. Спасибо большое. Ребята, после небольшого перерыва мы продолжим наш с вами разговор. Уважаемые телезрители, небольшая пауза.
напоминаю, сегодня у нас в гостях бойцы Чувашского регионального отделения российских студенческих отрядов. Никита, Надежда, еще раз доброе утро. Доброе утро. Никита, у Нади мы уже знали, в чем заключается романтика вожатского дела, так скажем. В чем заключается романтика студенческих строительных отрядов? Ну, романтика, скажем так, мужская, суровая, потому что этим летом была моя первая стройка. Мы выехали в республику Саха-Якутия. Это довольно далеко от нашего родного города, как я говорил, около 8 тысяч километров. Ну, во-первых, это путь до туда, который занимает 3 дня, и то это с самолетом. Ну и как мы приехали, нас заселили, и мы, собственно, начали работать. Мы занимались, скажем так, разработкой Чаендинского нефтегазоконденсатного месторождения. Это крупнейшее на востоке России. И один только этот факт дает тебе какую-то гордость. То есть ради этого хотя бы можно съездить, потому что ты принимаешь участие в проекте такого масштаба, да. Ну а все-таки романтика, разумеется, есть, потому что ты приезжаешь со смены, ты все-таки уставший, голодный, но что же делать? Надо идти на турнир по футболу, защищать честь своего отряда, надо играть в волейбол, потому что через 2 дня турнир по волейболу, надо после всего этого дойти до палатки, взять гитару и начать писать песню, потому что еще через неделю творческий конкурс. И вот это все совмещать, это все использовать все данные, те возможности, чтобы, скажем так, прославить не только свой отряд, но и всю республику. Это действительно стоит того, чтобы оказаться в студенческом строительном отряде. Нефтегазоконденсатное месторождение. Это, ну, так интересно звучит. Да. Что конкретно вы там делали? Ну, понятное дело, что до каких-то сложных технических моментов, наверное, вас не допускали. Что делают строители, студенты на таких больших крупных стройках? Ну, официально мы трудоустроены были как разнорабочие первого разряда. Ну и работа у нас была соответствующая. Это помощь основным рабочим. И также у нас была такая персональная работа. Мы подготавливали площадку под гелевый завод. То есть это разработка грунта, переноска грунта, выравнивание поверхностей. Ну, в республике Якутия довольно часто бывают дожди, и они очень сильные, поэтому если где-то что-то заводнило, это откачка воды при помощи помп или прорывать траншеи. Ну, научили нас, в общем, всему. Помогали мы как могли и справились. Еще один вопрос, который, я думаю, интересует многих, не только меня, потому что, опять-таки, есть такой стереотип, то, что, ну, студенческий труд – это как бы труд, основанный на общественных началах, да. На самом ли деле это так? И, в общем, как это все происходит в студенческих отрядах? Ну, это, как я сказал, это трудоустройство по трудовому договору. То есть есть фиксированная заработная плата, которую ты получаешь за определенное количество отработанных часов. У нас никаких проблем с выплатами не было. Нам работодатель персонально заводил каждому банковскую карту, которые нам выдавали, на которые приходила заработная плата. Тем, у кого не было трудовой книжки на момент трудоустройства, работодатель также сам ее и заводил. Все, мы спокойно отработали с записями в трудовой книжке и, можно сказать, уволились по собственному желанию. Ну, в связи с тем, что нужно идти уже на учиться, да, пора. В общем, с этой стороны никаких проблем нет. Это все официально по трудовому кодексу, как вы сказали. Все, тогда понятно. Очередной миф развенчан. У вожатых также? Да, у нас также. Только у строителей зарплата немножко побольше. Ну, как и немножко, не немножко. Но все так же, да, по-другому. По договору, также запись идет в трудовую книжку. Да. Ребят, еще один вопрос. А по профессии, как бы, ну, вот вы педагог и вот что-то связанное со строительством, или нет? На самом деле нет. Не существует, ну, никаких ограничений, за исключением медицинских отрядов, для людей, которые хотят трудиться
трудиться на благо нашей страны. То есть я в строительном отряде состою, но, несмотря на это все, я юрист, и это мне абсолютно никак не мешает. А ты? Я логист по профессии, но мы проходим курсы, все обязательно вожатые проходят курсы. Это какие-то начальные знания. Дальше мы их совершенствуем, ездим на всякие площадки, форумы и прочее. Ну вот, как бы обучение мы проходим. Вот вы затронули такую тему про медицинские отряды. Вот есть же не только вожатые и строители, ну так скажем, есть еще другие студенческие отряды, которые занимаются другими делами. Какие именно еще есть? И представители каких вот профессий еще студенческих есть у нас в нашей республике? Ну, в нашей республике помимо строительных и педагогических есть еще сельскохозяйственные отряды, отряды проводников, также зарождается движение медицинских отрядов и отряды сервис. Более подробно можете рассказать? Проводники, ну понятно, проводники. Это ребята ездят в поездах. Хорошо. Сельскохозяйственные отряды? Они, как объяснить-то, вот, например, у нас есть всероссийский отряд «Мост». Вот сейчас ребята выехали на зимнюю Тюльму тоже. Сельскохозяйственные. Они следят, чтобы животные были привиты, чтобы у них все было хорошо, чтобы мы вовремя все кормили их, ухаживали за ними. Вот. А потом, получается, медицинские отряды. Ну, это практика в больницах для студентов медицинских факультетов. Ну и сервисные отряды – это работа горничными, официантами. Мальчики работают грузчиками или, как в нашем сервисном отряде из нашего университета, они могут работать спасателями, потому что они выезжают на море. Понятно. Ну, еще я знаю то, что для таких вот творческих, целеустремленных ребят, как вы, для участников российских студенческих отрядов очень часто проводят разные конкурсы. В чем заключаются эти конкурсы? Жюри оценивает мастерство вожатого, как вы справляетесь с детьми, как вы воспитываете их, или как вот, ну, владеете строительными инструментами. В чем заключаются эти конкурсы? Ну, начну с открытия летнего трудового сезона. Это тоже очень большое мероприятие. И как бы мы празднуем начало Целины. Собираемся мы все на большой площади, выступаем, также проходят награждения, отправляем ребят с педагогических отрядов на море, потому что они заранее выезжают, машем ручкой в путь дорогу. Для вожатых летом проходит фестиваль вожатского творчества ФВТ в лагерях. Вот, по трем направлениям. Обычно это видеоролик, клип и танец. Заранее какая-то заготовленная тема. Нам ее сообщают, мы ставим, приезжаем, бомбим, выигрываем, ну, по крайней мере, мой педагогический отряд. Вот. Также у нас проходит спортфест, когда все отряды нашего отделения соревнуются в разных видах спорта, так скажем. Вот. Ну, часто выигрывают строители, потому что они, собственно, сильные. И тоже очень большое мероприятие для нас всех – это звездная карусель. Можно, наверное, назвать празднование закрытия Целины. Тут проходят конкурсы тоже творческие, и там участвуют тоже абсолютно все отделения. Ну, в большей степени это какие-то творческие и спортивные мероприятия, да? То есть вы соревнуетесь в том, кто лучше танцует, кто лучше поет, кто как-то более креативно преподносит себя. Ну и спорт, со спортом тут все понятно, да? А на российском уровне это все проходит, потому что, насколько я понял, то, что ты сейчас рассказала, это все, ну, это на региональном уровне. Ну, я знаю, что вот я, например, была на Всероссийском совете в Ростове, в прошлом году, получается, и там происходила олимпиада, то есть вот спортивная олимпиада, где наши ребята участвовали, даже наша команда заняла первое место по России, ПФО, команда ПФО, первое место по России по волейболу. Вот. Там тоже проходит по видам спорта. Также на Всероссийском слете были соревнования
педагогических отрядов конкурс. Конкурс проводников был. У строителей тоже было профориентация, по-моему. Профмастерство было. Профмастерство. Да? Вот. У сервисников тоже, у сервисных отрядов. Понятно. Ну, и, собственно, ребята, я понял то, что как бы, ну, вам нравится то, что, чем вы сейчас занимаетесь. Вы в этом развиваетесь. И вы, ну, собственно, занимаетесь этим не просто так. На данный момент понятно все. А на будущее? Ну, вот вы тоже упомянули в своем разговоре о ветеранах российских студенческих отрядов. Ну, в моем понимании, ну, я в этом не очень хорошо разбираюсь. Ветераны – это тоже такие же люди, которые ездят вожатыми, строителями в строительных отрядах. Просто они постарше. У них тоже есть какая-то основная профессия. Ну, и они вот во время отпуска тоже ездят с вами. Или это не так? Как вам поможет в будущем вашей жизни вот участие в российских студенческих отрядах? Ну, это как минимум колоссальный личный опыт. Это опыт межличностного общения. То есть, побывав в нашем движении, участвуя в мероприятиях, ты всегда сможешь найти общий язык с любым человеком. Mm-hmm. Потому что те же самые проводники, понятное дело, разговаривают с абсолютно разным контингентом людей. Ну, это, разумеется, опыт в плане труда. Это физическая закалка с таким огромным количеством спортивных мероприятий, которые есть у нас, с такими возможностями. Ну, грех этим всем не пользоваться. И каждый, кто был в составе российских студенческих отрядов, мне кажется, на всю жизнь запомнит эти моменты. Ну, в общем, это школа жизни такая, да, где молодые люди учатся коммуницировать с другими такими же молодыми людьми, налаживают связи и, собственно, просто учатся жизни и вообще мудрости, да? Да, в том числе. Хорошо. Если сейчас нас смотрят такие же молодые, креативные, талантливые люди, как вы, куда им нужно обращаться, куда им нужно идти, чтобы вот попасть, допустим, на какую-нибудь такую же вот крупную стройку, на которой вот Никита идет, или вот работать в таком же крутом педагогическом отряде, как ты, Надя. Куда нужно идти? Ну, начнем с того, что штабом, так скажем, нашего движения является Центр молодежных инициатив, и там всегда есть люди, которые расскажут, покажут, объяснят, куда податься. Маленькая рекламка. У нас, например, у моего педотряда 26 февраля будет собрание также в Центре молодежных инициатив. Если кто-то хочет попытать свою удачу, так, чему-то научиться, то, пожалуйста, милости просим. Но вообще в каждом учебном заведении практически нашего города есть штаб российских студенческих отрядов, куда можно обратиться. Так что, да, если вы студент какого-то учебного заведения, неважно, среднего или высшего учебного заведения, вы всегда можете найти, ну, скорее всего, в группе в социальных сетях своего учебного заведения информацию о трудовых отрядах или же на сайте. Потому что, как говорили, все учебные заведения поддерживают наше движение, все рады. И конкретно вот в моем университете, также небольшая реклама, 20 февраля, вот буквально послезавтра, состоится собрание. Так что для всех студентов Чувашского государственного университета, кто желает также ярко провести это лето, мы вас ждем. Для вас открыты все дороги. Двери российских студенческих отрядов всегда открыты для талантливых, молодых, креативных людей, которые не могут сидеть на месте, которые хотят куда-то направить в нужное русло свои силы. Да? Да, абсолютно верно. Ребят, спасибо вам большое, что пришли и рассказали мне, что такое российские студенческие отряды. Я думаю, мы с вами еще увидимся много раз. Я хочу пожелать всем вам удачи и вашим коллегам в том числе. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо вам. Уважаемые телезрители, Ир Булзан подходит к завершению. Всем вам я тоже желаю удачи. До новых встреч. Ваша, юсы щитрем еш полза, хересем эх тамажа, кучки зеще елгулза. Эй! Эй, туба-туба-туба-туба-да, эй, туба-туба-туба-туба-да, эй, туба-туба-туба-туба-да, эй, туба-туба-туба-туба-да, эй,
туба-туба-туба-туба-да. Эй, туба-туба-туба-туба-да. Эй, туба-туба-туба-туба-да. Серем к трине, питям сандам к трине, эскахал щухалом ран, дезе тарже вомадран. Эй, туба-туба-туба-туба-да. 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 Бастерем курине, пиццанаром урине, ажа-жа припужам ран, чищем чищне кучам ран. Эй, туба-туба-туба-туба-да. Эй, туба-туба-туба-туба-да. Эй, туба-туба-туба-туба-да. Эй, туба-туба-туба-туба-да. Чендем улок варине, эс мухтанчик хапчум ран, тезе поран чемагран. Эй, туба-туба-туба-туба-да. 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 Чезем сири совет, кюхем херзен перапет, пулы штенде пулматур, пул терпеле пулсатур. Эй!